Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam на Alexa LS460. Установили головное устройство на базе Android от компании CanBox и камеру заднего вида. Модель H-Line с 10-дюймовым экраном. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает без щелей, без зазоров. Здесь вот такие вот физические кнопки управления климат-контролем. Кнопка аварийки, воздуховоды, все работает. Адаптировались с подсветкой автомобиля. При включении габаритов включается подсветка клавиш, уменьшается яркость. Яркость можно регулировать вручную, при желании можно выключить экран. Магнитол на фоне будет работать, но экран будет выключен. Адаптировали с кнопками на руле. Работает громкость, вверх-вниз, переключение треков, кнопочка Mode переключает между всеми приложениями, также поддерживается ответ сброс звонка. Эти кнопки полностью управляют климат-контролем. Более полные панели климат-контроля можно найти вот здесь. Здесь также еще есть настройки часов, например, управление радио. Вот здесь выводится климат-контроль. Отсюда можно полностью управлять климатом. Все работает, все поддерживается. Бардачок вывели дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Камера заднего вида включается автоматически при включении задней передачи. Она с широким углом обзора 170 градусов, картинка Full HD. Здесь выводится информация по парктроникам. Линии динамические поддерживаются. При повороте руля линии крутятся. Линии можно настроить под себя. Также дополнительно установили видеорегистратор. Управление идет с магнитола. Переходим в специальное приложение и видим изображение. Здесь есть система DAS. Можно отсюда посмотреть ранее записанные материалы. Также отображается информация об открытых дверях. Здесь вы получаете все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самое популярное здесь уже предустановлено, например, YouTube, CarLink, подключение, беспроводное подключение Android Auto, либо CarPlay, Google Chrome, Кинопоиск, интернет, телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор. Есть возможность подключить телефон для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Есть эквалайзер, вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана, можно одновременно запускать два приложения, например, YouTube и Яндекс.Навигатор. Все работает достаточно быстро, плавно. Видео работает в движении без каких-либо ограничений. Голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе также работает. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплаты, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И также есть своя служба технической поддержки. Всем удачи! Yeah.